There's things I wish I knew. There's no thing I'd keep from you. It's a dark and shiny place. Нам принесли нашу еду. Борщ, картошка, хачапури с сыром и травами и закуски. Это Лиатов снимает. Здесь такое приятное лобби место. Смотрите, здесь есть такой камин с такими штуками. В общем, очень симпатично. Я боюсь вставать, когда ты стоишь. Мы очень вкусно пообедали в Румс. И сейчас едем на подъемнике на гору. Это овечки? Овечки, старые овечки. Боже, какая прелесть. Там есть еще один подъемник, который для самых смелых, который прям в облака идет. Облака здесь очень красивые. Но в метель. Угу. А здесь мы летом оказались. Угу. Летом, мне кажется, тут интереснее, чем зимой. Мы в облаке. Смотрите. Не видно вообще ничего. Не паникуй. Я вообще молчу, любимый. Вид шикардосный. Да, мы спускаемся вниз, и тут такой потрясающий вид. Как раз до спокойно. Да. Подняли эту штуку, потому что она так скрипела. Глаза. Овечки стекают прямо вниз. Как речка такая, ну, молочная. Вообще. Покорители высот. Да, последние деньки мы постоянно... Музыка ветра. Ходили в бассейн мы, в общем-то, и в сауну. Доброе утро. Сегодня наш последний день нашего путешествия. И я взяла себе декаф кофе. Растворимый, представляете, да, такой есть. Сейчас 6 утра. Я хочу пойти на веранду, ну, в общем, прогуляться по отелю, посмотреть на улицу, потому что у нас вид прямо на все эти горы, и да, в общем, доброе утро. Лобби нашего отеля. Очень интересное решение дизайнерское. Мы позавтракали очень таким странным завтраком и вышли погулять на поле у нашего отеля. Здесь нереально вкусно пахнет, поют птички. Стрекочут какие-то кузнечики, цикады. Очень красиво. Сейчас погуляем часик и будем уже собираться. За нами приедет водитель, мы поедем в монастырь, пообедаем где-нибудь и поедем в Мцхету, а потом обратно домой в Тбилиси. Пахнет просто невероятно. Я не знаю, слышно ли на камеру этот звук.
стрекотания. Лео собирает мне букет. Бабочка мой. Смотрите, какой у меня букетик появился. Какая хорошенькая. Буренка. Буреночка. Идем в Шрамскую. Ой, крепость. Через деревню. Сурамская крепость. Для референса смотрите фильм Параджанова. Тут внутри небольшая часовенка. Остатки Сурамской крепости. Это скорлупки улиток с Сурамской крепости. Я возьму их себе на память. Что я с ними сделаю? Эдуард насобирал нам слив, пока мы ходили на крепость. Это такие мали. Я никогда в жизни их не пробовала. Вообще как слива. Только маленькая-маленькая слива. Чуть кисловатый. Но вы же сами поднимались. Ничего не произошло. Мы приехали в монастырь Джвари смотреть на вид. Мы здесь были зимой. Ой, какой ветер, надеюсь, меня слышно. Мы здесь были зимой прошлой. Но, конечно, летом это просто удивительно выглядит. It's a quiet, starry place. Times we're swallowed up in space and